Добрый день, дорогие друзья! Заключительный тур группового этапа Лиги Москвы предлагается вашему вниманию со стадиона на Флотской улице. Подгруппа С – самая интересная группа среди всех в нынешнем розыгрыше группового этапа Лиги Москвы. Интересная турнирная ситуация, которая позволяет даже вот к этому поединку, к последнему матчу группового этапа в данной подгруппе претендовать на выход в плей-офф всем четырем командам. Каждой из них необходим свой исход и результат сегодняшнего поединка. Здесь определенные сложности есть у Портера в связи с тем, видимо, что игровой формы на всех не хватает. Сейчас разберемся в конечном счете, в каком же комплекте экипировки будет играть западный коллектив. Именно с этим и связана такая небольшая предматчевая задержка. Судя по всему, в синий комплект формы переодевается Портер против черных игроков Северного Альянса. Будут они действовать. Надеемся, что нам не помешает это следить за игрой и наслаждаться происходящим на поле. Возможно, понятное дело, что определенные перестановки в протоколе возникнут в связи с тем, что номера у разных, на разных комплектах формы у футболистов могут быть разными. Будем, наверное, разбираться уже непосредственно по ходу самой трансляции, кто именно под какой цифирью будет выступать. Пока команды завершают последние предматчевые ритуалы. Главные арбитры сейчас ненадолго покинули непосредственно поле. Возможно, те самые важные изменения в предматчевом протоколе внося. Давайте быстро пробежимся по заявкам команд на сегодняшнюю встречу. По своей традиции я в таких ситуациях начинаю с состава гостей. Футбольный клуб «Портер», как мы понимаем, в сине-белых цветах сегодня пивные будут выступать. В воротах Тимур Хусаинов номер один, Алексей Климкин 13-й в центре обороны, Даниил Майков 88-й справа, Александр Бачков 80-й слева, Максим Ковальчук 7-й в опорной зоне. По краям будут полузащиты действовать Сергей Шаюнов номер 16 и Константин Хлебников 90-й. На острие Алексей Подмарков номер 5-й. Также в заявке еще три футболиста у Портера. Иван Коротков номер 12-й, Александр Ершов и Авазбек Миночев номер 19-й. У Ершова номер 6-й. Понятное дело, что здесь сейчас возможны определенные перестановки. Сразу же я оговорился в начале поединка. Будем разбираться по ходу матча. Футбольный клуб «Северный Альянс» — здесь все предельно ясно. Роман Наплеков, номер 1, защищает ворота Альянса в сегодняшнем противостоянии. Дмитрий Гаврилюк, 7-й в центре обороны. Дмитрий Кузнецов, 3-й слева. Леонид Храмцов, 76-й справа. Арсений Иванов, 18-й в опорной зоне. Кирилл Бабаев, 11-й. И Владимир Победимов, 47-й, будут отвечать за креатив в линии полузащиты. На острие атаки Андрей Востриков, номер 19-й. Также три игрока на скамейке запасных начинают матч у Северного Альянса. Это Даниил Герасимов, номер 77-й, Артем Магулаев, 37-й и Виктор Вапельников, номер 5-й. Это резервный рефери Ренат Салимов сейчас к Портеру подходит. Возможно, какие-то последние нюансы узнавая. И, судя по всему, дает он добро вновь обратно переодеться в желтые цвета. Такая небольшая заминочка перед началом поединка. Здесь еще дождь начинает покапывать на Флотской. Ну а обслуживать эту встречу будет главный арбитр поединка Сайфуддин Рамазанов. Вместе с вами за ходом этого противостояния будет следить Никита Лаврентьев. Вот он, свисток, призывающий команды
построиться на предматчевое приветствие. Скажем еще пару слов, например, о том, что руководитель Северного Альянса Александр Соловьев, который матч первого круга начинал в стартом составе и, в принципе, готов был и сегодня появиться на поле, принял решение остаться на тренерском мостике. Сегодня он играть не будет, разве что в случае каких-то экстраординарных событий придется ему все-таки игровую форму надеть. Ну а Портер сегодня после вчерашнего поражения у себя во внутреннем чемпионате со счетом 2-6 пивные уступили СПК Югу. Это была первая неудача западного коллектива после возобновления чемпионата. Сегодня приехал с не самой длинной скамейкой. Ну а самое главное, сегодня отсутствует в заявке 19-летний хавбек желто-черных Артем Шкода. Это лучший бомбардир команды в конкретно этом турнире. На его счету 5 мячей по итогам 5 проведенных встреч. Ну и немаловажную роль он также сыграл в поединке первого круга. Ну а о турнирных раскладах, о каких-то перипетиях и условиях прохода в следующий раунд мы уже, наверное, поговорим по ходу этого поединка, который наконец-таки с такой внушительной задержкой начинается. Повторюсь, главный арбитр встречи Сайфуддин Рамазанов разыгрывает право первого удара по мячу. Начинать с центра поля будет футбольный клуб «Северный Альянс». В черно-золотых цветах играют сегодня подопечные Александра Соловьева. В первом тайме будет располагаться слева по телевизионной картинке Портер, соответственно, справа. И мы поехали. Что ж, давайте сразу, не будем откладывать дело в долгий ящик, обратимся к турнирной таблице. Все дело в том, что до начала этого игрового уикенда добиться победы сегодня утром со счетом 2-1 завершилась эта встреча. И таким образом, в случае успеха северного коллектива сегодня, в турнирной таблице сложится уникальная ситуация, по итогам которой у всех коллективов группы будет одинаковое набранное количество баллов. В таком случае будут считаться, естественно, дополнительные показатели, и коль уж личные встречи, победы и так далее у всех равны, то главным показателем будет разница забитых и пропущенных мячей. И в таком сценарии, в случае победы Северного Альянса, команда Александра Соловьева должна возглавить турнирную таблицу своей группы. А второе место останется за Коренева, которая имеет разницу забитых и пропущенных мячей плюс 4. У Портера она нулевая на данный момент. И, естественно, в случае поражения это будет означать, что именно западный коллектив окажется в числе тех, кто не пройдет следующий раунд. Если же Портер сумеет сегодня добиться успеха или хотя бы даже сыграть в ничью, то тогда именно Портер выиграет свою подгруппу, а второе место займет Trader Team, который в ином раскладе окажется вообще на последнем месте турнирной таблицы. Все дело в том, что Trader Team выиграл оба матча у Коренева, и в первом круге, и сегодняшний утренний. В таком раскладе при равных количествах набранных баллов будет считаться дополнительные показатели, а именно результаты личных встреч, которые оба коллектив Trader Team выиграл. Ну а Северный Альянс тогда, наоборот, займет последнее место в турнирной таблице. В общем, все в любом случае в этой подгруппе зависит исключительно от результата данного поединка. Ну и на самом деле, если бы даже Trader Team не выиграл свой матч сегодня, то по большому счету, как для Портера, так и для Северного Альянса, все в любом случае зависело бы именно от результата этого поединка. Разве что Северному Альянсу было бы необходимо нивелировать отставание в 2 мяча, которое образовалось по итогам первого круга, когда команда Александра Соловьева
уступила 3-5 в гостях у западного коллектива. Тогда черно-золотые дважды выходили вперед по ходу даже первого тайма, но Портер неизменно отыгрывался, а затем еще и решающий спурт устроил, который и привел к победе Портера. И вот тогда-то автором дубля стал отсутствующий сегодня Артем Шкода. Что касается состава Северного Альянса, то он вообще кардинальным образом изменился по сравнению с результатом и игрой первого круга. Северный Альянс вообще славится тем, что достаточно часто ротирует собственную заявку, и многие футболисты порой появляются у команды по ходу сезона. Но вот если сравнить стартовую расстановку, которую Александр Соловьев выставил на гостевой матч первого тура, то из всех футболистов, которые тогда были в старте, сегодня в заявке у северян только Арсений Иванов и Роман Наплёков, которые в стартовом составе на своих позициях-то и вышли. Пока команды присматриваются потихоньку друг к другу, опять же, и изменившиеся погодные условия, да, вносят определенные коррективы в игру. Ну и необходимо отметить, что вот проблемы с формой, я так понимаю, возникли у Алексея Подмаркова, который то ли забыл свою футболку, то ли по каким-то иным причинам не может сегодня под своей формой играть, и поэтому в форме сборной Запада вышел с 9-м номером, не 5-м, как было изначально в протоколе отмечено. Пока без моментов особо проходит игра. Много борьбы и достаточное количество брака. Наплёков здесь контролирует полет мяча. И спокойно позволяет ему покинуть пределы поля. Посмотрим за атакой Северного Альянса. Через пас начинает выход из обороны в атаку подопечные Соловьева. Победимов. Главное усиление Северного Альянса в сегодняшнем матче. Не так часто Владимир Победимов может радовать зрителей Севера своим присутствием. Вот на сегодняшнюю важнейшую игру он подъехал и готовится помочь своему коллективу пробиться в плей-офф Лиги Москвы. Кузнецов. Передача вперед. Немного неточно. И Леонид Храмцов, подключившийся к атаке, уже проскочил эту вот точку, где можно было встретиться со снарядом. Ну вот мы отметили, что вчера Портер в рамках чемпионата потерпел первое поражение после возобновления турниров в ЛФЛ. А вот Северный Альянс, напротив, он стартовал не самым лучшим образом. И в первых двух турах сумел набрать всего одно очко. Сначала была ничья с Тандером, причем Северный Альянс уверенно лидировал в счете по итогам первого тайма. Там два мяча забили подопечные Соловьева. Вот первый такой по-настоящему опасный момент возникает у ворот Тимура Хусаинова. Справляется голкипер с ударом немножко по центру, да, он пошел, так что свою работу попросту он сделал. Так вот, возвращаясь к внутренним первенствам, вот, повтор момента, да, сделал то, что и должен был Тимур Хусаинов. Северный Альянс стартовал неудачно после возобновления чемпионата и даже выпал по итогам стартовых туров из лидирующей четверки первого дивизиона Севера.
упущенная победа над Тандером, затем было еще поражение от Лагера, который после ребрендинга заметно прибавил и, усилившись количественно и качественно, сумел включиться в борьбу за повышение в классе. Здесь здорово играет Дмитрий Гаврилюк. В какой-то момент показалось, что потерял он Алексея Подмаркова из поля своего зрения, но в последний момент сумел прервать передачу, и будет лишь угловой, который Сергей Шаюнов отправляется подавать. Разряжают вновь остановку защитники Альянса. Ковальчук принимает мяч спиной. Его плотно здесь опекает Арсений Иванов. И в итоге не удается Пивным войти в штрафную своего оппонента. Но зато зарабатывают они опасно. Стандарт немного правее, чем, наверное, хотелось бы гостям. Ну, в итоге, да, вот небольшие такие хитрости. Подвинули немного мяч ближе к центру. Ну, судя по всему, прямой выстрел ожидается. Нет, разыгрывают мяч Портер. В итоге выводили на удар Даниила Майкова. Но у защитника мощным выстрел не получился. В итоге даже до Наплекова мяч не дошел. Вторым темпом у Портера продолжается. И в итоге отворот. Небольшое недопонимание привело к тому, что комбинация со стеночкой не удалась. Вот и первые замены по итогам 10 проведенных минут. Андрей Востриков отправляется отдыхать. Был у него эпизод, в котором пришлось Хусаинову вступать в игру. Вот по итогам стартовых мгновений больше ничем не удалось Вострикову отметиться. Виктор Вапильников теперь попробует потерзать оборону Портера. Но вот если резюмировать события стартовых минут, то, наверное, все-таки стоит отметить, что небольшое территориальное преимущество вырисовывается у гостей. Опять же, ни к чему опасному оно не приводит. Все-таки игра почти без ворот проходит, но Портер с мячом побольше обращается и в целом больше времени проводит на чужой половине поля. Саинов дает далеко вперед. Здесь Ковальчук сместился в освободившуюся зону центра форварда, в итоге выполнил скидку. И Александр Бочков пробивал, но опять же, этот удар только как разминку для вратаря можно оценить. Бабаев, один из героев вчерашнего поединка. Зашел я на речь о внутренних событиях на севере и на западе. Вот вчера Северный Альянс крупно обыграл Фифт, одного из претендентов на чемпионский титул. И Кирилл Бабаев стал главным его творцом на счету молодого хавбека. Хет-трик еще по разу огорчили студентов Востриков, Мугулаев и Храмцов. Мугулаев сегодня матч на скамейке запасных начинал. И готов он в случае необходимости появиться на поле. Еще замену у Северного Альянса. Я так понимаю, что Александр Соловьев будет часто ротировать сегодня состав, чтобы постоянно стараться поддерживать высокий темп. Вот как раз таки Мугулаев и появился на поле под 37-м номером. В
центре полузащиты он будет действовать вместе с Кириллом Бабаевым, чуть пониже Арсений Иванов. Иванов прическу сменил, давно я не видел этого футболиста, теперь он бритый наголо и на самом деле немножко смутил он своим новым внешним образом. Не сразу я понял, что это именно он в опорной зоне у Северного Альянса сегодня играет. Шаюнов. Не удалось Ковальчуку замять, зацепиться. Зато теперь есть зона у Магулаева. Ускорится по правому флангу. И защитник здорово перекрывает зоны. А затем еще и жестко в отбор Алексей Климкин вступает. И в итоге в аут мяч уходит. В целом, учитывая тот факт, что крайне перспективно рисовывалась эта контратака Северного Альянса, защитник сделал все просто здорово. Но опять же, без моментов по-прежнему. Почти уже половина тайма позади. И все по разу тогда пришлось голкиперам в игру вступать. Вот Бабаев попробовал с дальней дистанции пробить по воротам Хусаинова. Защитники мяч заблокировали. Не прошла передача, но остается мяч у Кузнецова. Релюк налево, Иванов. Приходится вновь обратно на защитника играть. И в итоге и Наплёков привлекся к этому владению мячом. Но, в принципе, Северный Альянс хорошо выходит из-под прессинга. Он недостаточно интенсивный, чтобы действительно восторгаться действиями Северного Альянса, но в целом разыграли неплохо, зато затем последовал провал, и Максим Ковальчук, открывая счет в матче на первых секундах 16-й минуты. 1-0. Вроде бы наладил Северный Альянс свою игру и начал постепенно контроль над мячом перехватывать, но вот потеря Виктора Вапильникова на чужой половине поля привела к быстрому выпаду гостей и опытнейший Максим Ковальчук, предоставившимся шансом, воспользовался без каких-то проблем. 1-0. В целом для Северного Альянса, наверное, ничего особо не поменялось, прежде чем начать всерьез думать об угрозах воротам Тимура Хусаинова. Нужно игру свою наладить, уверен я. Не устраивает Александр Соловьев то, что сейчас происходит на поле. Ну а Портер делает весомый шаг на пути к победе в своей подгруппе. Иванов разгоняет атаку, можно попробовать налево перевести мяч, там Бабаев скорость набирал, но преследовал, да, его Александр Бочков, и в итоге не решился обострять. Иванов сыграл понадежнее, через дом, как сами футболисты любят говорить. Кузнецов, вот он не рискнул исполнить диагонали, и хорошо еще, что мяч остался у его команды. К слову, также в одной из пауз, я так понимаю, Даниил Герасимов на поле появился под 77-м номером. У Портера также замены произошли. Иван Коротков вот сейчас крупным планом слева в полузащите оказался. Мы посмотрим, появлялся ли еще кто у западного коллектива. Вот Иван Коротков сейчас как раз-таки получает похвалу от одного из своих партнеров. Есть ощущение, что Константин Хлебников, который изначально в протоколе был записан под 99-м, но вот предупреждали меня руководители Портера, что опаздывал к началу поединка, и игровую цифру надо будет уточнить. Мог он появиться под 90-м, но, судя по всему, под 4-м, да, играет Константин. Действительно, он в центре поля расположился, хотя, возможно, какие-то иные еще
перестановки произошли. Ну, футболист, прошу меня простить, не всех игроков западного коллектива знаю я в лицо. Ну, вообще достаточно подвижная линия обороны у Портера. Она номинально выглядит как 3 в линию, традиционная, да, для ЛФЛ. Но по факту мы видим, что футболисты меняются и перестраиваются в зависимости от того, как развивается их атака, как наоборот соперник атакует. Можно и предположить, что и в 2 центральных защитника с низкопосаженным опорником действуют гости, или же вообще иные какие-то хитрые перестановки у Портера в тактическом рисунке игры. Майков играет назад. Хусаинов не стал ничего придумывать и на чужую половину просто выбил мяч, а получилось не просто, а точно в грудь своему партнеру. И очень уверенно Иван Коротков здесь мяч принял. Шаюнов, Ковальчук. Не часто увидишь, как ошибается в техническом элементе Максим Ковальчук, но затем Арсений Иванов подскальзывается. Мы говорили о том, что в начале матча дождь пошел на Флотское, и это Майков подключился и пробил с правой ноги. Получилось не очень опасно, но зато, как минимум, вновь собственный подход Портер ударом завершает. Ну а тем временем Сергей Шаюнов отправляется отдыхать. И еще перестановки у Портера. В центре поля появляется футболист. Ко мне он спиной, и сможем мы его идентифицировать. Это Авазбек Миночев под 19 номером будет играть в опорной зоне, я так понимаю. Либо же по эпизоду он там сейчас оказывается. Герасимов. Нужно уже переводить мяч на противоположный фланг. Здесь и Арсений Иванов уже свалился под нашу комментаторскую позицию. Бабаев здорово уходит от одного, второго. Затем в мяче запутался. И в итоге контроль над мячом утратил. Еще одна попытка быстрой атаки флангом. На этот раз Герасимов. Его тоже останавливают. Плотно со своими оппонентами играют защитники Портера, не давая Северному Альянсу пространства для маневра. Пельников. Право мяч. Сваливается. Бабаев навязал борьбу Миночеву. И контроль остается Северного Альянса. Пельников и аут. Еще замены. Заключительная 10-минутка. Первого тайма. И поэтому вновь время для кадровых перестановок у Северного Альянса. Возвращается на поле Владимир Победимов и Леонид Храмцов. Полностью правый фланг меняет тренерский штаб Северного Альянса. Сразу же Победимов получает передачу. Неплохо. Не пройдет эта передача. Там пяткой хорошо протыкал мяч Виктор Вапильников. Опять же, очень плотно в обороне действуют футболисты Портера. Достал здесь по лицу для Дмитрию Гаврилюку. И это видел рефери. Досмотрел эпизод он до конца. И сразу же остановил игру, когда понял, что нет возможности у Гаврилюка этот мяч выиграть, более того, чтобы не спровоцировать возможный фол. Что называется, в ответочку сразу же остановил игру Сафудин Рамазанов. Еще и пригрозил, что Коротков может с горчичником завершить первый тайм, если не успокоится. Пока у нас на самом деле не грубая игра. Нарушение правил вообще можно пересчитать по пальцам одной руки, наверное.
Вот, а, и единственный гол был забит в первой половине. На 16-й минуте его автором стал Максим Ковальчук. Опельников прострел штрафную. И спокойно разряжают обстановку защитники Портера. И сразу же в контратаку убегают. Ковальчук на правый фланг сваливается. Получает передачу от Короткова. Численное преимущество, конечно же, на стороне Северного Альянса. Но все равно это выглядело все достаточно опасно. Опельников. Ответ Северного Альянса не получится быстрым, потому что Майков здорово сыграл в перехвате, а затем еще и отбор совершили футболисты Портера. Жесткий стык, правда, остался за Северным Альянсом. Муглаев налево. Победимов. Один в один он может раскачать своего оппонента. Но тут и сразу подстраховка у Портера, поэтому приходится выходить через Герасимова. Тот пытался отдать обратно в штрафную, но точности, мягкости этому пасу в итоге не хватило. Да, по четвертым номерам, вот я смотрю сейчас, судя по тому, как обратились к футболисту, это Александр Ершов, не под шестым он играет. Сделаем исправление в своем протоколе, дабы избежать возможных неправильных формулировок. Вальчук сыграл пяткой. Возможно, это было лишним. Он загонял туда, в угол своего партнера. Но в итоге пас прошел. В принципе, наверное, претензий предъявлять нельзя. Храмцов играет направо. И обратная передача от Бабаева не проходит. Угловой за 5 минут до окончания первой половины встречи. И замены проводят тренерский штаб Портера. Возвращается на поле Подмарков. И еще один футболист. После корнера разберемся. Подача. И будет удар. Нет, заблокирован выстрел Дмитрия Гаврилюка. Это здорово там Миночев сыграл. Да, и Константин Хлебников появился на поле. Нет, все правильно, у него 99-й номер. А вот у Александра Бочкова, я так понимаю, 90-й, все-таки, а не 80-й. Бабаев. Здорово здесь в отборе сыграл Майков. Обезмячил своего оппонента и затем еще и вынудил того свалить. Направо. Бочков. Хлебников. Нет, его оттеснил там. Здорово. Оттеснил Данил Герасимов. Тренерский штаб Портера, правда, не согласен, что это было в рамках правил, но рефери иное мнение. Не проходит передача Храмцова. Ковальчук на перехвате. Удар! Отбивает чуть в сторону Роман Наплёков, но не так, чтобы совсем уж обезопасить собственную команду от опасного момента. И в итоге приходится там защитникам ваут просто мяч выбивать. Еще замены. Максим Ковальчук, автор единственного пока гола в этом противостоянии, получает заслуженный отдых перед перерывом. Предполагаю, что во втором тайме сразу же он появится на поле. А вот эта замена в концовке. Ой, какой момент может возникнуть. Как-то слишком расслабленно, что ли, защитники Северного Альянса сейчас вели в собственной штрафной. И чуть было Вазбек Миночев там гандикап в несколько метров не отыграл. Хорошо, что в последний момент удалось разрядить обстановку. Опельников, момент, удар будет. Бабаев, не удается там мяч затолкать в сетку ворот. Здесь все защитники Портера ложатся под этот удар, не позволяя мячу пересечь линию ворот. К тому же еще ценой травмы, судя по всему, одного из них. Да, там вот как раз-таки Александр Бочков отправляется отдыхать
по итогам этого эпизода. Момент, удар! Хусаинов спасает свою команду с близкого расстояния. Наносил удар игрок Северного Альянса. Здесь Бабаев пытался обострить, возможно, фол заработать в непосредственной близости от ворот соперника. В итоге чуть было мяч не потерял. В концовке Северный Альянс приободрился. Пару хороших подходов, по сути, в ходе одной и той же атаки создал. Герасимов вот уже на правом фланге оказался. Прострел неточный. Теперь надо бежать в оборону, потому что в контратаках Портер очень хорош. Ну вот сейчас сфальшивил Подмарков. И в итоге момент завершился ничья. Вот он, повтор этого эпизода. Да, там Магулаев выиграл верховую борьбу, скинул на линию вратарской. И дальше уже Виктор Вапельников там пытался с близкого расстояния наказать соперника. А вот ответ Портера. Очень просто, но вновь в контратаке, в быстром ответе. Катастрофические проблемы в обороне у команды Александра Соловьева. 2-0 на 30-й минуте становится счет. Алексей Подмарков, который, как мы сказали, сфальшивил в предыдущей контратаке, в этой все сделал четко. Отклеился от опекуна, вырвался на оперативный простор и, получив передачу, сразу же моментально наказал Северный Альянс и Романа Наплекова. 2-0. Совсем немного времени оставалось до перерыва. Альянс давил, наседал на ворота соперника. Да, моментов опять-таки было немного, но контроль точно он получил. А в итоге все закончилось вторым голом, который, если не ставит крест на надеждах Северного Альянса пройти в следующий раунд, то как минимум серьезно осложняет задачу по этому действию. Что ж, дорогие друзья, первая половина встречи у нас подошла к концу. Главный арбитр встречи отправляет команды на перерыв. Отдохнем и мы с вами несколько минут, а затем вернемся на стадион на Флотской улице. Что ж, дорогие друзья, возвращаемся мы на стадион на Флотской улице, где в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Москвы здесь отношения выясняют Северный Альянс и Портер. После первого тайма гости впереди 2-0 благодаря голам Максима Ковальчука и Алексея Подмаркова.
Матч, который имеет колоссальное значение на распределение позиций в турнирной таблице. Повторюсь, что на данный момент на выход в плей-офф претендуют все четыре коллектива группы С. Но очень многое, буквально все, зависит именно от итогов этого поединка. Причем тот же Северный Альянс может занять как первое, так и последнее место в распределении позиций. Портер, также претендуя на первую строчку, может также остаться и за чертой двух сильнейших коллективов данного квартета. Резюмируя события первой половины, наверное, стоит отметить, что в целом при относительно равном первом тайме Портер оказался коллективом, который сумел таки реализовать собственные моменты. Оба гола пришли вследствие быстрых атак. Сначала Максим Ковальчук получил передачу на линию штрафной, где без сопротивления сумел переиграть Романа Наплекова. Затем уже на последней минуте первого тайма Алексей Подмарков убежал на рандеву с голкипером. До этого, до второго гола, были моменты у Северного Альянса, чтобы счет сравнять. Но здорово свою команду выручил и Тимур Хусаинов, и Александр Бачков, получивший повреждение в том единоборстве. И в итоге старая футбольная поговорка, про которую знают все, наверное, любители футбола, сработала в очередной раз. А Портер забивает третий гол в дебюте поединка. Максим Ковальчук становится автором дубля. Самый важнейший момент группового этапа. Повел капитан команду за собой. Он открыл счет в этом противостоянии. И он же забивает первый гол второй половины. В очередной раз линия обороны Северного Альянса сыграла слишком вольготно, позволяя многое сопернику. Вот мы отметили, что в принципе, так или иначе, плюс-минус равная была игра в первом тайме, но нужно отметить тот факт, что долгое время Портер очень плотно действовал на своей половине поля и буквально ничего не позволял сопернику, моментально встречая футболиста, получавшего передачу, и в таких тисках тяжело было что-то конструировать, создавать подопечным Александра Соловьева. Вот под конец тайма, когда, возможно, чуть-чуть и подустали футболисты Портера, тогда и стали возникать опасные моменты у ворот Хусаинова, тогда же и два подряд голевых шанса имели черно-золотые, но в итоге в гол это все не преобразовалось, а Портер, реализовав свой момент в концовке первого тайма и забив еще один в самых первых атаках второй половины, по факту, наверное, снял вопрос об итогах этого поединка с повестки. Другое дело, что да, мы не раз уже становились свидетелями, что в футболе формата 8 на 8 гандикапа даже в 3 мяча можно отыграть за один тайм. Так что, конечно, хоронить раньше времени команду Александра Соловьева не будем, но пока не особо видно, за счет чего удастся хозяевам поля переломить ход этого матча. Да, моменты в концовке первой половины они начали создавать, но характер игры сейчас такой, который устраивает Портер, да, при внешней вроде бы неторопливости Портер взрывается в моментах, когда перехватывает мяч и видит свободные зоны. И ровно так в итоге и были забиты голы в первой половине сегодняшнего противостояния. Наплеков играет налево. Немцов. Передача, сразу вступает в отбор, но Ершов с дальней дистанции бьет, плотно получился удар, но на удобной высоте и практически прямо в голкипера.
Любимов оставляет мяч Иванову. Налево. Отельников. Ва-банк. По большому счету пошел Соловьев. Сейчас на поле оба его форварда играет. Фактурный Андрей Востриков, который роль столба может там впереди исполнить. И более техничный Вапельников, который в подыгрыше очень полезен. По большому счету действительно все в атаку играют Северный Альянс, при этом Арсений Иванов, как один из опорников, остается на позиции центрального защитника. Возможно, и перестановки в итоге произошли, потому что я не вижу Дмитрия Гаврилюка, и с чего делаю вывод, что именно вместо него Вапельников вышел на поле. Победимов. Забегание слева от Кузнецова. Победимов ждет еще. На мяч наступил здесь Андрей Востриков. Чуть был контроль над ним, не утратил. Мугулаев. Ищет момент для удара. Технику свою демонстрирует, но это все ни к чему не приводит. Портер, вот о чем мы и говорили, здорово обороняется, плотно. И к тому же еще и подстраховка хорошо работает. Здесь даже если бы и удалось Мугулаеву или тому же Победимову раскачать своего оппонента, сразу же второй защитник вырастал, и опять же даже пробить по большому счету не было возможности. Мугулаев, вот он удар, и вновь он блокируется. Атака, правда, продолжалась. Там на входе в штрафную получил мяч Вапельников и в итоге только угловой. Ну, а Портер не стесняется играть на отбой. Там впереди только Максим Ковальчук остается, который номинально начинал в роли центрального хавбека. Но вот постепенно перебрался вперед и, забивая свой первый гол в сегодняшнем противостоянии, он уже до этого достаточно внушительное время провел именно в роли форварда. Ершов не добрался до мяча. Здорово сыграл Победимов. Мугулаев направо. Востриков неудачно принимает мяч. Расстроены футболисты Северного Альянса. Не сказать, чтобы они смирились уже с исходом этого матча. Но вот видно, что не в лучших моральных кондициях сейчас пребывают черно-золотые. Возможно, силенок не хватает, потому как, повторюсь, вчера важнейший матч с турнирной точки зрения внутреннего чемпионата Северный Альянс выиграл, сумев крупно переиграть ФИФТ. Но опять же, Портер тоже вчера играл и напротив проиграл СПК Югу. Тут необходимо отметить, что если Северный Альянс у нас борется за повышение в классе и за выход в высший дивизион, то у Портера там напротив ситуация крайне тяжелая в турнире, и пивные напротив сражаются как бы не вылететь из первой лиги, и проиграв вчера, они остаются в зоне прямого вылета. Напомню, что в первом дивизионе Запада сразу 5 коллективов напрямую покидают первый дивизион. Ну а пока вернемся на флотку. Здесь штрафной опасный заработал Северный Альянс. Победимов зачем-то решил разыгрывать. И еще один фол. На этот раз Вапельникову достается. И это уже позиция для прямого удара. Для того, чтобы возрождать интригу этого поединка. Портер, естественно, недоволен. Он, что не было нарушений правил ни здесь, ни в предыдущем эпизоде, когда Андрей Востриков оказался на газоне. Ну и здесь как Победимов может пробить, так и сам Востриков. И, судя по всему, именно форвард будет сейчас пробивать по статичному мячу. Удар! Не дойдет мяч до Хусаинова. В стенке он застрял, в чистоколе ног. И вновь контратака может полететь у пивных. Здорово здесь направо. Климкин, даже он подключается в атаку. Вот сейчас
Какую ошибку совершает 77-й номер Северного Альянса Даниил Герасимов и выручает своего партнера Роман Наплёков. Именно он сейчас стал тем X-фактором, который не позволил забить своему оппоненту, только угловой. Четвертый гол, конечно, совсем уж оставил бы концовку этого поединка без интриги. И сейчас-то, опять-таки, напомню, что ничейный результат устраивает Портер, он не устраивает Северный Альянс. Только победа позволяет Северному коллективу продолжить выступление в плей-офф Лиги Москвы. А в случае ничьи или победы Портер выигрывает свою подгруппу. Ошибка, приведшая к тому, что Сергей Шаюнов оказался в чужой штрафной, пробил с близкого расстояния, мощно, но прямо в голкипера. Бабаев, не дойдет передача до Острикова. Мяч не уйдет, остается он в поле. Бабаев, Ковальчук надежно. Ждет открывания партнеров. Таки оставляет Бабаеву пяткой. А Бабаев ошибается в пасе. Арсений Иванов на подборе. Да, действительно, центрального защитника уже играет давно Арсений Иванов во втором тайме. Возможно, вот этой плотности в опорной зоне сейчас и не хватает Северному Альянсу. Но это тяжело, когда ты отказываешься от одного футболиста в пользу еще одного атакующего игрока. Понятное дело, что здесь приходится чем-то жертвовать. Например, вот таким большим количеством острых контратак соперника в исполнении. Если так продолжится и дальше, уверен я, что тремя забитыми мячами в исполнении Портера дело не ограничится. Северному Альянсу нужно быстрее забить этот гол и при этом не ошибаться в таких передачах. А Мугулаев ошибается, еще и не бежит назад. В итоге, оставляя свою команду обороняться 3 в 3, Ковальчук. Не пройдет эта передача. Иван Коротков ошибается. И Арсений Иванов идет вперед. И тоже пас его не точен. И тоже Иванов не особо спешит обратно. Хорошо еще, что партнеры друг за друга дорабатывают у Северного Альянса. Победимов идет вперед, играет направо. Иванов, Победимов. Нет, не дойдет до него передача. Тимур Хусаинов, который уже достаточно давно в ЛФЛ играет, конечно, к таким выпадам соперника готов. Шаюнов. Не пройдет передача до Ковальчука. Тут расстроено. Руками размахивает. Здесь фол, да, руками. Отпихнули Дмитрия Кузнецова. Ну и замена, да, не укрылась от тренерского штаба. Артем Мугулаев, потеряв мяч, не стал отрабатывать. А также и Ковальчук отправляется отдыхать. Еще замена Константин Хлебников у Портера на заслуженный отдых. Отправились. Возможно, в концовке оба еще появятся. Играть еще достаточно много. 15 с небольшим минут. Кузнецов. Направо бросает. Передача. Здесь слишком большое скопление футболистов в желтом. Портер на опыте сейчас, конечно, во втором тайме играет, буквально не позволяя своему сопернику создавать остроту своих ворот. Опять же, и о классе, конечно, футболистов говорит. Но Северный Альянс хороший коллектив, да, и его игры в первом дивизионе Севера подтверждают. Но, возможно, первая лига Запада посильнее, судя по тому, что мы видим сейчас, как команда, которая сражается за выживание, сегодня буквально на полголовы, если не на голову, сильнее своего оппонента из другого округа. Бабаев здесь классно поставил корпус, досталось ему, безусловно, по ногам.
на тот эпизод он выиграл, а здесь неудачно Леонид Храмцов действует и не сумел. В принципе, простой мяч обработать. Аплёков налево. Победим уже на свою половину, к своей штрафной опускается за приемом мяча. Востриков. Бабаев видит подключение и дает длинную передачу. Но Алексей Климкин, который бежал метров 30 со своим оппонентом, до мяча добрался. Несмотря на то, что в скорости ему, конечно, проигрывал. Иванов надежен. Несмотря на то, что, в принципе, матч проходит без большого количества пауз, все-таки на такие эпизоды все-таки разбивается. Яшов ближний разыгрывает. Все в порядке. Передача вперед. Сложный мяч укротил Подмарков. Подмарков неплохо сейчас разыграно было. Добивание опасно. Если бы сейчас дело голом завершилось, то это однозначно парад лучших голов группового этапа Лиги Москвы. По нотам все было разыграно. Финальный удар оказался слишком легким для того, чтобы в четвертый раз заставить капитулировать Романа Наплекова. Остриков хорошо опустился. На противоположный фланг. Герасимов на Бабаева. Тому не удается один в один обыграть оппонента. Ну а победимому приходится обратно на Иванова играть. Ну, точная передача, и силы уже потихоньку заканчиваются у футболистов Северного Альянса. Как вот сейчас даже не доработал этот эпизод. Бочков не дает его вынос до Короткого. В итоге там футболисты Портера чуть было друг у друга мяч не отобрали. Все закончилось тем, что Кирилл Бабаев нарушал правила. Двенадцать минут до конца. Далеко вперед выбивает мяч. Никого из его партнеров не было. Победимов. Центр. Хамцов. Мугулаев вернулся на поле. Немного переведя дух. Между линиями здорово Хамцов открывается и получает передачу. Победимов. А вот на правом фланге там никого в итоге не оказывается. Хорошо там Востриков увел оппонента, а вот подключение не последовало. Вот Даниила Герасимова, там свободная зона была, и можно было, в принципе, туда врываться и получать передачу. Ответ Портера четвертым голом. Дело не заканчивается. На пустые ворота там Миночев выводил своего партнера, а тот, видимо, уже думал о том, каким образом он побежит праздновать забитый мяч. И по пустым воротам из пределов вратарской, по сути, не попал. И это Иван Коротков был, насколько я понимаю. Видимов. Хорошая передача по замыслу. Но там в плотной, опять-таки, борьбе Востриков до мяча-то дотянулся. А вот как его зацепить, там скинуть или же иное положительное действие сделать, уже вариантов не было. Вот и Александр Ершов ошибается, а мы еще раз посмотрим за вот этим моментом. Ну, там на самом деле все здорово было сделано. Почему-то совершенно один Вазбек Миночев
был в чужой штрафной, и жадничать он не стал, а покатил на пустые ворота партнеру, а вот тот ошибся, не сумел увеличить разрыв в счете, и вот сейчас в последней паузе был в итоге заменен тренерским штабом. Концов. Собирается на оперативный простор, бьет. Опять же, это все для Хусаинова не опасно. Подолгу мяч у Портера не задерживается, но для того, чтобы забивать, ему он, в принципе, и не нужен. В начале поединка показалось в какой-то момент, что прихватил инициативу Портер. Затем постепенно все-таки владение перешло к Северному Альянсу, а вот голы только не идут. Здорово. В отборе Бочков действует, и в итоге выход 2 в 1 мог бы состояться. Пройди эта передача налево. Атака в итоге продолжается, и нарушение правил. Фиксируют рефери. Показывают, что именно в действиях Бабаева ему не понравилось. В итоге штрафной. Подача. Удар. Опасно было. Но совершенно один там Алексей Подмарков. Чужой штрафной. Да, доигрывают встречу соперники. Это уже понятно абсолютно всем. Там свои цели какие-то прежнему они могут преследовать. Ну а Кирилл Бабаев за грубую игру получает таки желтую карточку. Футболист насколько хорош технически, настолько же он и вспыльчив. И это особенно часто проявляется вот в таких матчах, когда у его команды мало что получается. Но совершенно ненужный горчичник. Хотя опять-таки, судя по всему, выступление северного коллектива в этой лиге Москвы подходит к концу. Едва ли когда-нибудь еще в этом турнире подопечные Александра Соловьева примут участие. Это не то, что я бы принижал как-то достоинство этой команды, но все-таки команда ставит перед собой цель повышения в классе и выход в высшую лигу. А Лига Москвы — это в первую очередь турнир для победителей вторых дивизионов. Портер здесь, правда, небольшое исключение, необходимо сказать, что пивные в том году играли в Кубке Москвы и выиграли его в финальном поединке здесь, на Флотской, кстати, со счетом 2-1, одолев тогда еще зеленоградский ЦЭП. Сейчас ЦЭП является коллективом Севера, уже стал, более того, чемпионом дивизиона 2А, и, следовательно, если изъявят желание, а сам формат соревнований не изменится, в следующем году ЦЭП сыграет здесь, в Лиге Москвы. Ну а Северный Альянс, для того, чтобы просто банально участвовать в этом турнире, ему нужно будет вылететь обратно во вторую лигу и вновь ее выиграть. Что, конечно же, команде Александра Соловьева желать не будем. Команда ставит несколько иные перед собой цели. Очередной штрафной. Сергей Шаюнов без свистка разыгрывает. Подача не доходит моменту удара. Шесть минут с небольшим остается до завершения основного времени матча. А здесь Бабаев еще одно нарушение правил совершает. И опасность штрафной. Буквально в полуметре от штрафной площади расположен мяч. На удобной позиции для Александра Ершова. Ну, это отличный момент для того, чтобы четвертый мяч забить западным гостям. Такой момент был и у Северного Альянса во втором тайме, помните? Но тогда
Мяч застрял в чистоколе ног. А сейчас Ершов пробивает ювелирно в девятку. И увеличивает разрыв в этом матче. 4-0. Если абстрагироваться от турнирных раскладов и просто сказать, что по итогам группового этапа Портер занял первое место в своем квартете, я думаю, в этом уже никто не сомневается, а Северный Альянс его проиграл, наверное, если видеть только этот поединок, с этим выводом можно согласиться. Здесь грубую игру уже допускает Александр Бочков. И штрафной зарабатывает Победимов. Ему досталось там единоборство. Кирилл Бабаев будет выполнять этот стандарт. Делает это совсем неудачно. Это квинтэссенция этого поединка. Бабаев пытался прокинуть мяч между Константину Хлебникову, не получилось. Подмарков, ему достается по ногам. Но это уже не от грубости и не от желания спалить, а от усталости, от безысходности, да? Мы говорили о том, что видно было в действиях Северного Альянса, что расстроены они итогом этого поединка. А в итоге получается, что пятый мяч забивает Портер в самой концовке. Алексей Подмарков автором дубля становится. В поединке, где нужно было обязательно выигрывать, и тогда именно ты становился бы победителем своего квартета, и ты проигрываешь с крупным счетом. Понятное дело, что сохранить концентрацию в концовке поединка уже достаточно тяжело. На следующей неделе Северный Альянс ждет важнейший матч во внутреннем чемпионате. В субботу в 12:00 здесь же на Флотской Северный Альянс сыграет с Практиком. Акулы сейчас на третьей позиции в турнирной таблице располагаются. И при определенных раскладах, конечно же, и Северный Альянс может в борьбу за бронзу включиться. Так что этот матч будет очень важным. Портер летит к шестому забитому мячу. Здесь немножко передержал его Иван Коротков. Такой момент был упущен для удара, но сама атака по себе продолжается. Что касается Портера, то тот даже в отсутствии своей главной ударной силы в этом турнире Артема Шкоды сумел добиться результата, который его полностью устраивает, а на следующий неделя в воскресенье в Лужниках сыграют они с командой Феникс 99. Еще моменты, и шестым в итоге взятием ворот все завершается. Авазбек Миночев забивает таки гол на 59-й минуте. Конечно, это немножко с иронией сказано будет, но в принципе, если бы Северный Альянс сегодня бы не вышел на поле, получилось бы примерно с тем же успехом. Не думаю я, что Сайфуддин Рамазанов хоть что-то командам компенсирует. Поводов для этого у рефери нет абсолютно никаких. Тем более, что в связи с определенными экипировочными трудностями начало поединка было задержано минут на 10. Я думаю, что арбитр, как только его секундомер сделает 30 оборотов, даст свисток, возвещающий об окончании этого противостояния. Теряет мяч. Здесь Майков подключается к атаке. И может автором дубля стать
Алазбек Миночев, но в итоге с его ударом Наплёков справляется, а вот добивание вот Сергея Шаюнова становится голевым. 7-0. В концовке совсем уж Северный Альянс развалился. И больше центр поля в этом противостоянии он не начнет. Что ж, дорогие друзья, такой печальный для северного коллектива ноте заканчивается этот поединок. Получился он до определенной поры очень увлекательным. Напомню, что к старту этого поединка и те, и другие имели шансы на выход из группы. Более того, и те, и другие претендовали на победу в данном квартете. Но для этого необходимо было обязательно побеждать. Все началось вот с этого момента, когда Максим Ковальчук на 16-й минуте поединка открыл счет. Северный Альянс постепенно сумел таки перехватить инициативу, как минимум, если мы говорим о территориальном владении. И пару моментов имел для того, чтобы сравнять счет, но в концовке первого тайма провалился в обороне и Алексей Подмарков увеличил разрыв, а в самом начале второго тайма Максим Ковальчук забил третий гол. Ровно в этот момент в итоге и стало все ясно в этом противостоянии. Концовку встречи, особенно после того, как времени осталось совсем ничего, команды уже просто доигрывали, но уже в самом эндшпиле в последние 5 минут Северный Альянс совсем уж развалился и умудрился за этот 5-минутный отрезок пропустить сразу 4 гола подряд. В итоге Алексей Ковальчук, прошу прощения, Максим Ковальчук и Алексей Подмарков стали авторами дублей. Еще по разу Роман Наплёкова огорчили Алазбек Миночев и Сергей Шаюнов с Александром Ершовым. Что ж, дорогие друзья, на этом будем с вами прощаться. Вместе с вами за ходом этого противостояния следил Никита Лаврентьев. Встретимся на полях Северной лиги и до свидания. Северная лига ЛПЛ приглашает.